Новый памятник и мировой рекорд. В столице Братской на Финно-Угорской республике Мари-Эл открыли необычный монумент, после чего представили самый большой в мире торт в виде карты. Морковный десерт размером 4 на 2,5 метра. Измерили, взвесили. Павел Королев про получившийся бренд. В год столетия Мари-Эл в столице этой республики открыли памятник, посвященный туристам. Черепаха с земным шаром на спине и семьей, которая едет путешествовать. Диаметр шара – 1,5 метра. С 2017 года примерно в 3 раза выросло число путешественников, которые любят и с удовольствием участвуют в различных туристических мероприятиях, программах. Мари-Эл сейчас вошла в топ-30 рейтинга событийного туризма. И особая тут роль у гастрономического направления. Самый большой в мире торт, выполненный в форме карты региона, продолжение традиций. Это третий подобный местный проект. До этого готовили Каман, Мелна и Подкоголь. На изготовление торта ушло около 3 дней. Над десертом трудились 6 пекарей. Было приготовлено около 100 коржей. На торт ушло 80 килограммов муки, столько же сахара, сгущенки и морковки, 70 килограммов сливочного масла. Традиционное кушание, которое мы решили в честь столетия республики увековечить и накормить, угостить детишек в детских домах республики. Торт в форме карты Мари-Эл стал рекордсменом. Его длина 406 сантиметров, ширина 260. При этом его вес составил более 500 килограммов. Рекорд зафиксировал один из главных ресторанных критиков России Олег Назаров. После регистрации рекорда более 3000 порций морковного торта было передано в дома-интернаты. Более 2000 детей и пожилых людей из 13 учреждений социального обслуживания республики попробовали традиционный марийский десерт. Павел Королев, Юрган, при содействии телеканала «Мэтр», Мари-Эл.